атака. Продолжает ВВА наступление. Сергей Янюшкин. Направо передача. И овладевает мячом 15-й номер Герман Гадлюк. Обыгрывает финтом, по-моему. Всем немного тут осталось. Перевод. Здорово. Ну и здесь Бруидзе один. Бруидзе один. Здесь численное преимущество на правом фланге. Две попытки уже было у Янюшкина забить сегодня ударом. С третьей только лишь получается. 12-8 становится счет. Чуть-чуть Дорофеев не донес мяч сейчас до зачетки. Продолжает контролировать ситуацию Яровца. Что здесь? А здесь попытку фиксирует Алексей Брызгалин. Главный судья сегодняшнего матча. Малакурадзе. Счет 17-8. Попадает Малакурадзе в створ. 19-8. Это вернул. Этого нарушения здесь. Упускает. Упускает сейчас и Яровцы 24-го номера. Дмитрий Перов. Летит мяч. И попадает Перов. Делает счет 19-15. Он не получается. Мяч не покидает пределы поля. Ловит его Дорофеев. Набирает скорость. От одного уходит. Уходит еще от двоих. Рядом Бруидзе получает мяч. Молодец, Георгий! Это попытка просто здорово. Все начал Василий Артемьев, а затем Георгий Бруидзе. Этот четко выполняет реализацию. 26-15 становится счет. 11.